Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня мы с вами откроем контейнеры болельщиков. Я получил 4 своих ключика за просмотр ночной трансляции, ночью не спал, но да не беда, надеюсь, оттуда что-нибудь выпадет. Но перед тем, как мы это сделаем, мы с вами выкатим саму химеру из ангара для того, чтобы посмотреть, что это за машинка. Почему будем ее выкатывать? По одной простой причине, потому что именно она является главным призом в этом контейнере болельщика. Что могу сказать от себя про химеру? Мне химерка нравится. Я не сильно люблю средние танки, но конкретно она мне заходит очень даже. Я запрыгну на машинке в столкновение по одной простой причине, потому что хочу снять очень коротенькое видео на предмет данных контейнеров, а химерку выкатить просто для того, чтобы показать, за что сейчас буду держать пальцы крестиком. Химера у меня на аккаунте есть, на основном. И я вообще, честно, сомневаюсь в том, что химера мне выпадет, потому что 1% вероятности выпадения из конта, как бы очень-очень мало. Что же касается других игроков, не знаю, ребят, если вы теплитесь надеждой получить химеру, то я могу от себя пожелать вам только удачи в открытии ваших контейнеров, если вы еще этого не сделали. А даже если вы этого сделали, но у вас ничего не выпало, я имею в виду, не выпала конкретно сама химерка, то, ребят, не расстраивайтесь, шансы еще есть. Следующие трансляции будут проходить уже в другое время суток. Соответственно, посмотреть трансляции будет больше вероятностей, больше шансов. Чем больше вы посмотрите, тем, соответственно, будут выше ваши вероятности на то, чтобы получить химеру, больше контейнеров откроете. Мне химера нравится своей альфой, мне химера нравится своим сведением, мне нравится ее броня. И, честно, она очень сильно меня удивляет, потому что для среднего танка броня у нее просто-таки клевая. Я бы сказал, что иногда химера даже не уступает по бронированию тяжелым танкам. Точность орудия на вот таких вот средних расстояниях, а порой и на дальних расстояниях, просто-таки умиляет, удивляет. Именно поэтому химеру, наверное, все и любят, потому что на химере можно порой довольно некисло нагибать в рандоме, но и не только в рандомных боях. Что касается в целом шансов выпадения машины из контейнера, я бы сказал, что они очень-очень призрачные. 1%. Это распространенная, да, там, циферка шанса выпадения машины из какого-либо контейнера. Ребят, давайте будем говорить откровенно. 1% это, конечно, круто, но вы посчитайте количество игроков, которые получили эти контейнеры, умножьте на количество контейнеров, а еще задумайтесь над тем, а готовы ли разработчики, всем, кому не лень, пораздавать химеру, которую они продают периодически в магазине за довольно-таки некислый ценник, и при этом, ребят, химера продолжает быть популярным автомобилем. Вот поэтому, ребят, исходя из вот этих вот всех пунктиков, я и думаю, что навряд ли будет так, что химера попадется прям большому количеству игроков, и все прям будут хлопать в ладоши, кататься на химерах в боях, и бои будут посвящены исключительно химера на химеру. Поэтому, ребятки, я и желаю вам исключительно везения, чтобы химера вам выпала, по факту, надеюсь, вы не расстроитесь, если вы ее не получите. Вообще, у меня ситуация довольно-таки патовая получается. Смотрите, если мне химера выпадет, то вы расстроитесь, если вы не смотрели трансляцию и не забрали себе ключики от контейнеров. Если мне химера не выпадет, расстроюсь я, потому что не получу 3500 золота компенсации. Давайте заценим результаты бои. За вот такой вот, я бы сказал, не сильно крутой там по результатам боя, он не был каким-то насыщенным, просто спокойная игра, я параллельно разговаривал, отвлекался и в целом все равно умудрился и выжить, еще и урона нанести 1850 единиц, сделать один фраг, и получить 62 800, я бы сказал 63 тысячи серы, но, ребята, это с учетом прем-аккаунта, без учета прем-аккаунта 38 косарей. Что касается результативности по команде, я не сильно блеснул, я просто занял среднячок, но химерка порой, ребят, удивляет прям совсем-совсем. Вот такой вот среднячок, это, я бы сказал, плинтус того, ниже чего вы явно на химере никогда опускаться не будете. То есть, если другие машины все-таки позволяют вам порой спуститься вниз списка команды по результативности, то химера вам этого однозначно не позволит. И можно сказать, что порой химера работает даже больше за вас и на вас, чем вы работаете на этой химере. Ребят, давайте попробуем открыть 4 контейнера. Я не знаю, что оттуда упадет. Допустим, тот же самый Центурион МК5-1 рек, он у меня есть, и поэтому части сертификата на него меня не интересует. Вот части сертификата на ВЗ-шечку 112-ю ТМ
мне бы не помешали, ребят, но то, что там прописано по количеству сертификатов, которые могут оттуда упасть, я для себя понимаю, что навряд ли я с этих контейнеров за вообще все трансляции, которые грядут, соберу себе ВЗшку. Хотя, поживем, увидим, мало ли, что там получится. Ну что, открываем первый контейнер, смотрим, что нам из него выпадает. Как я уже говорил, ситуация у меня патовая. Пожалуйста, на Центуриончика мне выпадает всего лишь 7 сертификатов. Ну, как бы вообще можно сказать ни о чем. Почему так? Да потому что, ребят, смотрим сейчас в том, что повыпадало. Ребят, надо еще собрать 93. Короче говоря, я бы сказал из разряда Unreal. Открываем следующий контейнер. Держим пальцы крестиком уже и на руках, и на ногах. Я получаю себе на ВЗ-шечку. Опять-таки, 7 сертификатов. Ну, окей, хорошо, пусть будет так. Открываем следующий конт. И из следующего контейнера получаем еще раз на Центуриона опять 7. Ну, знаете, как говорится, как бабка мне нашептала. Ну и опять на Центуриона опять 7. Короче говоря, ребят, из годного я бы сказал, практически ничего не упало. Ключики мои закончились, но я не расстраиваюсь, не унываю. Однозначно буду смотреть трансляции, однозначно буду зарабатывать контейнеры по одной простой причине. Потому что какая бы халява вам не упала из этих контейнеров, это все равно лучше, чем ничего. И если вы имеете возможность посмотреть трансляцию, посмотрите ее, получите... Но в моем случае, допустим, 15 сертификатиков на 200 единиц свободки мне, допустим, не помешает. По одной простой причине, потому что ветку того же самого Минотаура я, блин, уже замахался качать своим ходом и собираю свободочку для того, чтобы открыть ее просто так, потому что десятку заработать, ну, прям уже нервов не хватает. На данный момент, ребят, у меня все. Будут новые контейнеры, буду обязательно открывать. Ну а вам исключительно успеха в открытии ваших контейнеров. Ну а главное, мира и обязательно спокойствия.